привет всем. Ну вот, кто ждал, дождались наконец-то видео у меня о рукоделии. Потому что мне уже не раз писали и в личных сообщениях, и под видео. А где же ваши вышивки и шитьё? А только цветы идут. Ну вот. Но подстегнуло меня заказ, даже два, на вышивку. Увидели вышитое платье моей дочери. В общем, попросили им вышить одной вышиванку, другое платье по низу. Готовое уже платье. Вот, купон вышить какой-нибудь. Ну, и я тут растерялась. Потому что давно не вышивала, уже, наверное, полгода. Думаю, как же я буду стыковкой заниматься. И решила вышить вначале для себя или для дочери. Еще не знаю. Ей отослала рисунок, дизайн этот. Тут она молчит, не отвечает, нравится или нет. В общем, если ей понравится, ей будет. Не понравится, мне будет. Очень интересный дизайн. Вот. Ну вот я начала вышивать только. Я машину выключила, чтобы она не создавала фон такой шумный. Но у меня были вопросы по поводу Pattern Maker, как я цвета. Я иду по самому легкому, как для меня, способу. Вот. Так, почему это она не фокусируется? Вот. Значит, Pattern Maker при делении, переводе в машинную вышивку. Вот такой документ готовит. Где расписана каждая часть. Вот хуп 1, хуп 2 и так далее. Здесь у меня будет 3 стыковки, 4 части. Вот, на 4 части поделила Pattern Maker для пялец 126 на 110. И вот каждая часть, вот так как он выдал, вот так я и подбираю цвета. Вот у меня цвета. Вот для этой части, вот там вторым ярусом, извиняюсь за беспорядок. Я люблю беспорядок, не люблю искать, поэтому у меня всегда... Все под рукой, и поэтому и зарядное устройство, и все, поэтому извините, так у меня всегда. Вот такая я неряха. Вот, значит, все цвета я подбирала Pattern Maker, когда дизайн находится вот в рамке, выдает все цвета под низом. Ну, и вот по тем номерам, какие написано, в такой последовательности. Я подбираю, у меня есть карта DSM, и там как раз DSM они дают, вот что на экране смотрю, что по карте, вот, по очереди подбираю, все они вот у меня подписанные. Может, это занимает определенное время. Мне писали, как делать лучше, но я так привыкла, мне так удобно. Уж извините, что я ваших подсказок не слушаю, но вот честно, ну, наверное, лень мне. Вот так я делаю. Вот я подбираю вот цвета. Вот у меня на первую часть идет это. Нет. Вот, а это подобрано, вот три цвета я уже вышила, вот сейчас вот эта пустая лежит, это то, что сейчас вышивает, вот следующие, последующие цвета, вот в таком порядке, как вот здесь. Следующую часть я точно так же буду подбирать, вот, я не переставляю цвета, вот так, как выдает Pattern Maker, вот так я и... следую этому. Вот тут вот следующий будет, вот четвертая часть, вот здесь вы видите, если там было 8, то здесь по 20 цветов будет. Вот такой последовательности я буду подбирать, и вот так
не думаю о том, не смотрю, что там мне машина пишет. А вот подобрала, номера подписала. В следующий раз буду что-то вышивать, буду подбирать по тем всем рекомендациям, по тем цветам. Точно так же вот я подписываю. И не перепутаешь, я не ставлю цвета, а вот номера. И еще у меня долгострой. Буду вышивать и шить себе вот эту блузку, которую я в прошлом году вышила. И так до нее руки все не доходили. И лето снова пройдет в прошлом году и в этом году. Ну, в общем, буду приступать к шитью и продолжать вышивать. Это у меня такой анонс, а потом я уже буду показывать сам процесс дальше вышивки. Вот той блузы, какую я буду шить, какой там фасон. Ну и, наверное, покажу. У меня хотя есть уже как шить вышиванку. Хотя это у меня не вышиванки. Вышиванки для меня это когда в графике идут, когда они стандартные. Вот это вышиванки. Это для меня вышитые блузы. Они ни к чему не обязывают. Вот их можно носить как бы в любое время. И в любые дни. И не обязательно по праздникам там или у меня уже есть. Вот одна. Такая же блуза, ну не такая же, но не вышиванка. Ну и сейчас пока-пока, до новых встреч!